В ночь на четверг в Латвии ожидается преимущественно минусовая температура – минус 1, минус 4. Только в некоторых городах столбики термометров поднимутся до плюс 1. Ветер будет слабым – 1-3 метра в секунду. Переменная облачность сохранится и во второй половине дня. Также после полудня потеплеет от плюс 6 до плюс 9 градусов. Ветер также будет слабым – 1-2 метра в секунду. В Риге этой ночью прогнозируется от минус 1 до плюс 1 градуса. Днем воздух прогреется до 6-7 градусов выше нуля. Ветер в столице в четверг почти не будет. Предпоследний рабочий день обещает быть солнечным и ясным. В ночь на пятницу в стране будет от минус 2 до плюс 3 градусов. Еще в первой половине дня, начиная с запада, небо над Латвией затянется облаками. Днем 9 октября прогнозируется от плюс 4 до плюс 8. В субботу облачно будет весь день. На юге-востоке Латвии возможен кратковременный дождь. Ночью на первый выходной день температура воздуха составит от минус 2 до плюс 4 градусов. Днем потеплеет максимально до плюс 8. Осадка в этот день можно не ждать. На этом у меня все.